Я не поверю, что это не постанова. Честно, очень липово палится, да, но так никто не одевается. Вась, а что происходит на видео? Борются с Расулом, пристегнутый к другому как менту. Или это не мент, а к оператору. Это же то видео, ау, давай, давай, да. Давай, давай, это будет один из самых худших дней его жизни. А почему, спросите вы? Сейчас мы все ловим. Это этот видос! Что это? Я слышу чуть-чуть. Алло. Сейчас тебя, чтобы ты понимал, снимает Завур. Он, наверное, рядом, наш любимый оператор-монтажер. Да, что-то не Данчик пришел он. Да. Тебя дома? По этим координатам, и там тебя ждет подарок. А где я ее найду? Посмотри в комнатах белые тумбочки. Белая небольшая тумбочка, там будет белый листок с координатами. Я думаю, ты поймешь, но если что, вдруг Завур тебе будет помогать. Что, начинаем? Ну, а где еще? Он тебе мог бы сразу сказать, где я принял коробок сейчас. Так, смотрю на кустики, на носки. Ты легенда, клянусь. Кустики, носки. Зачем вы считаете это? Это банковский. Это мохнатый. Как в тот раз? Да. Я думаю, карта. Банковский. Сейчас мы их пробьем. Да. Будем здорово. Да. Что, пойдем? Давай. Алло. Алло. Я нашел этот координатор, что ли? Координатор, что ли? Смотри, сейчас твоя задача поехать на это место. Черный мешочек тебе нужно будет. Большой, маленький? Маленький. И что там будет? Ты увидишь. Давай, интересно, что ты стал. Давай. Ты чем кому-то подходить, может, чем не поможешь? Дай-ка я попробую сделать. Мирза Бекова, 157. Ты не помнишь это место? В прошлый раз так же было. Четче место получается, да? Во, это еще лучше, легче, чем... Давай так. Сейчас закажем. Ну, интересно, что будет там. Там по-любому что-то есть, как я понимаю, подарок. То же самое будет, думаешь? Может, очень сильно. Тот же именно место сюда получает она? Ну, вроде так показывает. Ну, у тебя пакет черный большой. Вот одно пакет. Вряд ли это. Мусор, блядь. Может, попробуем тоже место? Блядь, он что, хочет вот такого мусора возить? А у всем поцелуй, Тамару заебал. Нету? Ему нет. Холодно. Замерз. Давай, дай. Опа! В этом ролике очень многое пошло не по плану. Но благодаря этому ролик стал только намного интереснее. И первый момент, когда все пошло не так, когда Расул не находит пакетик с порошком. Но благодаря слаженной работе сотрудников и нашего монтажера, благодаря совместной работе, они выкупились. Бля, я думал, реально что-то горит. Спускайся. Как же скучно. Что делаете? Че ролик снимает? Че он говорит? Как же скучно. Что делать? Как раз, говорит, скучно нам. Че ролик снимает? Что за ролик, блядь? А тема что снимает? Наследство снимаем. У нас своя тема. Ты что, такой темщик, что ли? Ты там что искал? Что искал, показывай. Че наезжаете?
Ты наезжаешь? Кто наезжает? Ты наезжаешь? Кто на это наезжает? Ты на меня разговаривай. Что вы там искали? У нас есть своя съемка. А что искали? Хорошо. Что-то запретное имеется? Нет. Покажи просто, мы уедем. Давай. Это что? Достань с кармана. Ты нормально общаешься. Я с тобой нормально разговариваю, ты все должен повышать. Уважаемые. Вах, ебать, и там закл... и там этот... координаты. Прошу вас, вежливо прошу, подняться наверх и достать то, что вы там искали. Не нашли. Залезьте еще. Не нашли, говорит. Вместе не будем залезать. Давай вместе не будем залезать, давай. Не нахуй. Давай. Объясни, что мы хотели сделать. Давай. Короче, у нас ролик, мы по координатам едем и находим клад. Клад, там может быть что угодно. Уважаемые, достаньте, залезьте наверх. Залезьте наверх, еще раз вам говорю. Там не нашли, мы сейчас угодно. Там должно быть рассуд. Это запись будет, послушайте. Убери руку, ты что делаешь? Я тебе говорю, залезь сюда. Убери руку. Охуеть. Я сам знаю, где у тебя. Ты не трогай, меня не трогай. Я тебя буду трогать. Ты не будешь ты трогать. Уважаемые, уважаемые. Давай залезай. Ты не трогай меня вообще. Я сам знаю, ты меня надо. Вообще не трогай. Расул, просто достань, покажи, что там. И все. И залезь, наверное. Ты можешь свой номер оставить у меня? Оставлю. Потом, после. Ле. Сюда послушайте, да. Семьи. Уважаемые. Ведьба, а почему снимает бент? Послушай сюда, уважаемые. Уважаемые, послушайте. Не дергай, отойди от него, давай. Как скучно было мне. Совместно повеселимся. Как раз, говорит, скучно было мне. Это что здесь висит? Это искал, да? Да. Все. Это же твое? Да. Все, иди. Блядь. Говорит, ва, как раз, говорит, это искал. Подожди, а нахуй я повторяю? Типа, вы не слышите или что? Ну ладно, для нее повторяю. Сейчас при вас и все будем его открывать. Давай. И посмотрим, что там внутри. Да? Блядь, уже угорают, блядь, уже смешно. Опа. Знаешь, место черное. Это что? Опа. Убери руки. Опа. Да, это место, бля, как он сгрелся. Убери руки. Это меф, что ли? Руки. Да это что такое? Как он сгрелся, блядь. Давай попробуем. Бля, я не поверю, что это не постанова, бля. Ты откуда знаешь? Вот сейчас мы вместе пойдем на наркологию. Вот сейчас мы на наркологию поедем, мы узнаем. Это меф или не меф? Смотрите, в данном пакетике был найден. Бля, это кажется постанова, бля. Вот в этом черном пакетике. Руки уберите, уважаемые. Нет, сначала. Руки убери. Нет, посмотреть надо. Меня оставил у меня. Что тебя оставить? Что тебе оставить? Ты поменяешь ее. Тебе что оставить? Нет, сюда дайте, сюда. Нет, ты поменяешь ее. Иди, так. Он правильно говорит. Он может реально просто оп, свапнуть что-то с кармана достать. Олег Медович! Ну? Это миф или сахар? Сахар, что ли? Уйди отсюда. Убери руки. Вот. Это сахар. Послушай сюда. Сюда послушай. Давай мы сейчас на наркологию поедем. Он ебать жестко разбирается. Мы сейчас... Олег, остаться вот сюда. Подожди. Сюда послушай. Оставь, Олег. Отпечаток. Уважаемую съемку, уберите свою. Давай. Руку не трогай меня, не жди меня. Понял? Ты как разговариваешь? Я с тобой вежливо разговариваю сейчас. Я как по кайфу. Как по кайфу? Вот так трогай. Как? На его наручники. По кайфу. Я с тобой потом поговорю. Нет, тебе по кайфу. Мне по кайфу. Да, давай тогда я... Зауру позвоним просто. Зауру вообще тут... Зауру кто такой? Давай позвони Зауру. Бля, он как сразу заложил всех, блядь. Ебануться. Бля, это Ренат так может, бля, он может всех спалить. Кто это такой? Позови его сюда. Алло, вы кто? Я приеду сейчас. Давай, жду. Ты что снимаешь? А? Я тоже буду снимать. Снимайте, это ваше право. Нет, ты не царапай мне телефон. Охуеть! Что с тобой, ты, блядь? Нет. Телефон, дай, я знаю, что надо делать. Нет, телефон дай. Я знаю, кому что давать. Телефон дай. Я знаю, кому что давать.
Бля, ну, честно, очень липово. Палец, бля, ну так никто не одевается. Телефон дай кого-нибудь. Да хуй его знает. Подожди сюда, сюда послушайте. Я чемпион мира, сюда стоять, пока сейчас не засуну. Сунул, лучше сам садись. Я не сяду. Точно, да? Да, я чуть-чуть прикалываю. Эй! Уважаемый, успокойтесь. Жалко. Дай руку. Иди на ручники. Сюда послушай, я тебе зла не хочу. Давай да по-быстрому вот это все решим и поедем. Давай. Ты же взрослый муж, зачем такие вещи делаешь? Сыпани вот этого тоже второго. Я тебе свой номер оставлю. Я тебе и свой номер тоже оставлю, и твой номер тоже возьму. Да. Ну. Уважаемые, телефон уберите. Эй, успокойтесь, да вы что делаете? Что происходит? Эй. Вась, а что происходит на видео? Почему мент борется с Расулом, пристегнутый к другому как менту? Или это не мент, а к оператору? С какой целью? С какой целью вы залезли наверх? Достать вот этот пакет, верно? Сколько уже употребляете? Если она мент, я вам и не дал бы. Сколько употребляете? Я когда по кайфу. Вот по вам видно, да? Вот посмотрим, пиздец. Как вы будете на допросе вот так разговаривать. Когда вот эта запись будет приобщена сопротивлением сотрудника полиции при исполнении. Ваша машина где? Его сигарету. И вы на такси приехали, что ли, сюда? Вы что-то вот таксиста тоже чуть не шваркнули, да? Руслан, попугай. Гиена. Гиена, Руслан, да? Не, тебе сказал, ты почему мне попугай говорил? Ты кому гиены сказал? Нет, ты кому гиены? Ты докажи, что ты не попугай. Я сказал, гиеновские движения. Выкинь эти сигареты тоже. Он кто такой, тот, что не разрешил? Я тебе не разрешаю. Он мне разрешил. Ты что, его не уважаешь? Руку убери. Опа. Общаемся? А что так разговариваешь? Подожди, вот сейчас кто-то подъехал. Подожди, вот сейчас кто-то подъехал. Уважаемый, давайте да быстрее, вас ждем. Говорят, какой-то Заур. Кто из вас Заур? Бля, спалились уже. Со смехом. Представьтесь, вы кто? Зря его взяли, он все спалил, смотри. Уважаемые! А теперь для чего удостоверение? Вот, видишь? Данное вещество найдено у данных гражданина. Я вам сейчас объясню, так я просто покажу. За уже, да? Подожди, послушай. Вот этот пакет? Вот этот сахар, вот это соль, вот эта мука, вон там решил все. Да. Я таких, как ты знаешь, сколько видео? Братья, оставь. Смотрите, просто... Я на YouTube вообще снимал. Я сейчас, вот это, может, вы знаете, может, вы его знаете. Вот это соль, послушай. Имеется вот страница. Послушай. И я сейчас не честно, мешай, я не просто мешай, не понимаю. А что, ты хочешь сказать, ты сказал закинул этот пакет сюда, да? Я, братья, ничего не закидывал. Сейчас... Ну ты же говоришь, что ты... Охуеть, прикинь, сейчас, наверное, Расул в ахуе, бля. Там что-то ставил. Подожди, подожди, убери. Сейчас, подождите. Послушай. Давайте я сейчас свой еще один телефон принесу. У меня подожди, телефон. Подожди, стой. Машине. Можешь пойти, да? Возьми, да, чтобы нет, сейчас, сюда, нет, сюда он ходить. Просто, нет, ты здесь стой, я сейчас, я никуда не уйду. Эй, брат, вообще другой пакет был. То, что мы сказали. О, давай вместе, посмотри. Такой не было, брат, там вообще другая, там бля. Он еле сдерживается, смотри. Он именно со мной так разговаривал. Эй, я знаю, как с тобой разговариваю. Как с тобой разговариваю? Эй, ты что такой дерзкий, скажи, да? Стойте, да, слушай. Подождите, да, без этого. Вы что, с тобой такие дерзкие? Ох, нихуя. А? Нет, смотрите. Эй, вы что, эй, я сейчас всех здесь вырублю. Чуть-чуть ситуация. Просто, честно, я сам лично туда взял. Ты что ты дерганый такой? Все, брат, я сам лично туда ставил мешочек. Я тебе что сказал сигарету убрать? Подожди, оставь, пускай так. Давайте я сам даже полезу туда. Там должен быть другой мешочек. Я просто сам лично его ставлю. Как он его каждую секунду сигарету отнимает? Кто должен был найти Расул? Просто я не понимаю, как такое. Смотрите, здесь даже есть... Аккуратно. Честно. Здесь просто бумажка. Я сам лично писал здесь координаты. Мы снимали на YouTube. То есть он должен был найти этот мешочек и поехать дальше. Вы даже можете посмотреть мой первый ролик. То есть там... Подожди, это тоже мы изымем? Нет, подожди. Там... Послушай. Это какая-то подстава. Нет, просто, брат. Какая подстава? Ты сам туда, наверное, залез? Просто честно,
он таким, мы сюда таким послушай, не занимаемся. Сюда вот послушай. Что мы должны были найти. Каждый день такое слушаю. Мы таким нет. не занимаемся. Нет, но я же это, брат, не подкинул, не принес. Я послушай. Только что оттуда забрал. Он должен был я это там видел, найти. Я видел, я видел. Него... Я его племянник куда-то. Эй, вы надоели ли кому-то звонить? Давай я нет, тоже нагружусь кому-нибудь. Нет, честно, его племянник даже, вот, вы его даже знаете, может. Телефон даже взял я. Сейчас, внимание, будет звонок Ахмеду. Он был в курсе всего, и он очень сильно помог нам разыграть Расула. Я понимаю, вы свою работу делаете. Ахмед, салам алейкум. Алло. И мы на YouTube снимали ролик. Помнишь, я это делал, координаты типа оставлял эту суету. Расула отправил его также, чтобы он этот мешочек забрал сейчас, брат. И его, не знаю, с каким-то порошком поймали здесь. Ахмед, уэ. Нет, я тебе объясню, Ахмед. Подожди, вот это все потом объяснишь. Уважаемый, это ваш племянник? Нет, это дядя. Ой, а, дядя. Это вот он племянник, это его дядя. А, гражданина нашли пакет. Пакетики, белый порошок. Сейчас мы поедем в отдел и дальше будем разбираться. Если вы будете как-то препятствовать следствию, вы себе же хуже сделаете. Нет, мы просто, я не понимаю. Рурухма зовут. Рурухма зовут. Ну, зачем тогда ты интересуешься, брат? Я же тебе объяснил ситуацию. Сюда иди. Пакетик. Он залез. Чего послушать меня? Убери руку. Еще на него надеешься? Можно же было сказать просто руха и все. Меня не трогай вообще. Сейчас разберемся. Ты меня понял. Попытайся с ними как-то пообщаться, решить вопрос, можно я там. Эй, уважаемый, вот этот решит вопрос, вот это не надо тут делать. Да. Не. Да, ты чё? Бля, я тебя прослушал. Ичку прямо сейчас. Расула прямо в наркологичку, прямо сейчас. Не. Да, ты чё хотел? Я объясню всё, Ахмед. По-моему, кого-то подставили. Нет, я чтоб ты не понял ситуацию. Сюда смотри. Не, кого-то. Дай телефон. Телефон дай. Братья, пожалуйста. Пожалуйста, давайте разберемся нормально. Я вас слышу. Слышь, палай, слышишь? На русском разговаривай. Он забрал телефон раз. Не, ты сейчас подстава, слушай. Эй, слушай, подстава, ты что за нас? Братья, кого за нас? Пожалуйста, Не, я ему объясню, дай до сюда, Расу. Дай сюда, все. Ахмед, мы сейчас разберемся, по-моему, непонятно здесь вообще. Эй, стой, да, Расу. Да, слушай, тихо. Понервничал сразу. Все. Не, я тебе объясню, не надо. Эй, дай до твоего племянника говори. Сюда послушай. Да, стой. Снимай нормально. Эй, не убегай до сюда, иди, Расу. Смотри, вот, Ахмед, мы съемку, мы же имеем право вести съемку. Нет, да, но мы же имеем право. Все. Сюда. У вас есть да. право снимать. Да. У нас мы есть фиксируем. Видеозапись, послушайте. Сюда. Да. У нас есть видеозапись. Да. Данный гражданин. Да, давайте, отделение. Пожалуйста, разберемся. Вот вдруг, мы сейчас вдруг в отделу это поедем. Вообще, все. Хорошо. Мы сам отдел, не надо нам тут лапшу на уши. Все. Ахмед. Делай, как да. Я да, мы сейчас разберемся. Давай, да. Выключи, да. Выключи, все. Мы сейчас разберемся, Ахмед. Ебать, разные ситуации, да, видимо, бывает. Да, стрима можно. Я бедненько, мне похуй. Можно, пожалуйста. Честно, давай, будь спокойно вести. Нормально себя ведите, спокойно. Мы во всем разберемся, ты понял? Серьезно, без... Нет, да, мы клянусь, мы тебе разберемся. Нормально, мы разберемся, понял? Вот с кем разберемся. Это ваша работа, но я вас прошу, а потом... Если ты сейчас будешь как-то что-то разбираться... Я ничего не делаю. Подожди, мы что, первый день работаем тут, если что? Нет, я ничего лишнего. Если сейчас ты не ставишь машину, не увидишь, мы тебя тоже заберем. Не, я, брат, уезжаю, просто смотрю, брат, моя просьба. Они ведь имеют право снимать, фиксировать. Я же не запретил им. Да, все. Все, просто фиксируй все, зовут, понял? Поехали. Все, давай, давай. Расу, сюда смотри, ты еще не делай. Есть, понял? Подожди. Все, спокойно. Зовут? Да. Вы его родственники? Нет. Я вас буду сюда, послушайте, человек. Если он будет как-то сопротивляться. Не, я знаю, послушайте. Против него, да, да. Я знаю. Это все против него. Расу, смотри, обещай нормально вести. Нормально иди. Поехали. Все, давай. Это смотрите, пожалуйста. Давай, давай. Оставьте их снимать, пожалуйста. Что происходит? Что понял? Мы вообще так не планируем. Да. Как раз скучно было мне. Это неф ко мне, да, потом, брат? Может, тебе еще попробовать? Блядь, похуй его знаю, да. Пробовать я не буду. Телефон уберите.
Ходит. Я имею право снимать. Опусти, я веду съемку. Мы тоже будем снимать. Да, послушайте. Вы не имеете права. Не мешайте следствию. Все нормально, братишка, бродяга ветер. Убери мне, бродяга ветер. Сейчас посмотрим, кому смешно будет. Бродяга ветер. Подожди. В них был обнаружен белый пакет, вернее, пакет с белым порошком. Сейчас поедем в отдел, будем разбираться. Фамилия, имя, отчество. Алятхаба Руслан Алятхаб. Год рождения. 85-26 декабря. Дальше. Вы. Хункерханов Забур Ислам Башаев. Первый раз, да, мужики? Забур? Да. Он не оставляется, мат. Данный автомобиль мешает следствию. Слушай, ты машина. Все нормально будет, брат мой, протега. Конечно, все нормально будет. Успел, да, одну дорожку пустить? Не успел, не дает тебе, брат. Не дает, да? Я же не делал, я 3 месяца третью. С какой целью приехали сюда, в офисное место? Не, это какая-то непонятная суета здесь. Подожди, непонятная ситуация, мы разберемся. Давай. Запись есть? Есть. Рассказывайте, с какой целью приехали? Снимать ролик? Да снимались, по-моему, вы. Нет, это вообще не то, что мы хотели снять. Это вообще не тот пакетик, который мы хотели достать. Да. Первый раз, да, такой вот услышать вопрос? Да. Уважаемые, запись ведется. У меня тоже ведется. Я заберу ваш телефон. Не заберете. Вот сейчас, вот, отделение полиции. Тут места нету. Ты паркуйся, да? Где-нибудь дальше. Нету, да? Паркуйся дальше, нету места здесь. Я внимательно слушаю тебя. Мы ролик снимали. Ага. А мы хотели другую пакет забрать. И там получилось непонятная суета. Куда ты идешь? Не, закрой дверь. Вот этот, знаешь, этот пакет, насколько тебе тянет? И чё? Статья 228 КРФ. Особо крупного размера, 10 до 15 лет. 15 лет? От 10 до 15 лет. Ты думаешь, что я встрял, сяду в тюрьме? А что, ты хочешь сказать? Не сядешь? Тюрьме. Нет. Как не сядешь? Ну вот мы увидим. Давай. Давай, что там, Магалин? Так, тут места нету, они сказали, за город доставят по ориентировке. Шалей. Поехали. Давай. А вот здесь кофе возьмешь? Едем дальше. А кофе, мне тоже нужен кофе. Бля, он что-то легендарка. Ну я хуй его, бля, мне кажется, это очень послабовочно. Подожди, подожди, дай ну-ка, ну-ка, подожди. Мне сегодня одно видео. Тихо, тихо, тихо. Это кто? Ва! Это ты, что ли? Да. Кайфай, да ты? Сара, Адилия, я тебе сделаю кофе. Не, я не голодный, кофе хочу. Я тебе сделаю кофе. Давай я сейчас покурить видео. Эй, вот тут куда сидите? Ты уйдешь? Сиди в машине. Вот тут сидите сейчас, подожди. Вот тут сидите сейчас. Кто-то из вас подумает даже выйти, жесть. Да, понял, я тебя вырублю. Может, Магомедович вырубить сразу? Да не дали, нам зачем? Бля, да он улыбается, мне кажется, ну, он не верит в происходящее. Он же понимает, что это разговор. Вот оставь, убери, убери. Братишка, платить тебе американо можешь мне делать маленькие? Эй, давай потом, я тебе в отделение полиции и американо, все, что хочешь, принесу. Есть там кофе, да, брат? Конечно, есть. Ва, нормально. Давай. Ва, нормально. Что, что вы пришли, мне скучно было, брат? Конечно. За ужин. А? А у Бекачка мой телефон у него. Они рядом, как мы не можем наручникам. Не, сейчас убили. Планет нету, они здесь собрали, кофейные. Они видят все. Дядька начальник, я ему сказал, он сказал, что если мы их найдем, вообще разберемся проблем нет. Они говорят, специально так делают, и вот так сколько людей поймали. А? Я думаю, мы сможем. А где? Да нет, ты ее и так не снимешь, Расул. Не-не-не, оставь, оставь. Ты что делаешь? Не-не-не, оставь. 100% раз узнал, либо уже просто догадался. А найдем, ты руку сломаешь. Бежим. А? А теперь внимание, самый непредсказуемый момент при снятии данного ролика. В этот момент я уже подумал, что все, придется завершать съемки, говорить Расулу правду, так как он освободился с наручников и подался в бега. Наш оператор еле догнал его, и при этом Расул успел даже забежать в маршрутку. Но тут вновь нам помогла вот эта совместная связка оператора и наших ребят, которые выступают в роли сотрудников. И нам все-таки удалось его поймать. Ты что, снял что ли, Расул?
выхода. Давай, в другую сторону побежал. Правильно, а кто его снимал? На вот тут сидел, что посмотрел. Ну его! Да быстрее, быстрее! Пока! Братан, туда надо! Срочно, срочно, туда надо! Стой, давай, сумка! Вот то, что он говорил, что он любит бегать. Все, они соскакивают, соскакивают, брат. Ай, перегоню. Уйди, уйди, уди, уди. На Руси там налетели, блядь. Где они? Тихо, у меня чем. Расул, стол. Батя, что ты строил? Нарского 16. Не, Расул, не надо. Они найдут трансформ, нет? Они не найдут. Они куда побежали? Соскочили, прикинь. А вон наверх дали. А, я их потерял, а? Эй, все, они прикинь, какую-то квартиру выиграли. Расул уже в Русике отцепился, говорит, на жесткой свете. Да ну. Этот Расул смог отцепиться от наручника, я не знаю, что он сделал. У него же руку. Мы наоборот на большую руку зацепили ему. Ты как отцепился, хуй. Пока здесь побудьте. Я думаю, они нас не ищут уже. Ну, они найдут нас, брат. Идем быстро. Не иди до туда, идем сюда. Не, я не хочу на улицу, идем туда. Не-не-не, пойдем отсюда, Расул, не надо. О, Расул-то так-то натуре опытный, смотри, сразу маршрутку прыгнул, смотри. Пойдем. Расул! Выйди, идем, завод подъезжает, пойдем. Подъезжает тоже, идем. Смотри, курдули движение, шарит. Вот, брат, он стоит, вон там, вон. Оператор там стоит. И там мужик еще стоит какой-то. Вот оператор, я его поймаю, скажет, где он. Мама. Куда они все? А что, пристрелить что-то или что? Что в маршрутке? Давай, сажай. Тихо, пусти, давай в машине. Люди смотрят, садись быстрее. Мы сами разберемся, да, что случилось. Давай, да, быстрее садитесь. Да, у меня это больная рука. Сюда послушай, больной. Ты знаешь, ты себе хуже делаешь. Ты зачем убежал? А? Ле, руку болит, что? Убери ее. Вот не убегал бы сейчас. А? Попроси нормально. Не, убери что-то. Не уберу. Отвечай, не уберу. Я когда с тобой... У меня болит. Сюда послушай. Когда с тобой нормально разговаривали, нормально относиться, не надо было убегать. Ты только себе хуже делаешь. Не, какая разница, больная, не больная. У меня ключей нету. Зачем убежал? Надо было. Что надо было? Только себе хуже делаешь. Вот эту поставь, вот. Зачем бежал? Надо было. Поставь, вот смотри, как снимается. Делай. Все. Еще делай. Дай, брат, фаврат. Сейчас тёлку тоже дойдём и кайфанём. Мочалку, да? Да. Смотри, раз я тебе сейчас мочалку сделаю, брат. Да, сделай, да, спой, да. Я тебе сейчас там хорошую сделаю. Деньги есть там? Сюда послушаю. Деньги нету, брат, найдем деньги тоже. Нормально кайфанем, брат, проблемы нету же. Вот сейчас найди деньги. Сушняк надо. Да. Сушняк? Да. 50 есть у тебя на сушняк, дай. Эй, тормози, да. Сейчас поедем, на допрос поедем. Будете, короче, все писать. Тебе что, смешно, что ли? Я ж тебе объясняю. Скучно было мне, хорошо вы пришли. У меня был бы возможность здесь, я бы наказал бы вас. Нас? Да. Не вас именно. Кто это придумал, эту хуйню делать?
сделал перед нами. Кто что это все сделал? Самый старший хотел бы наказать жестко. У меня есть такой возможность. Просто я не хочу в дальнейшем что? Этой жизни проблемы. Чтобы за меня другим людям проблемы подожди, убрать. Ты сейчас аккуратно. Вот так на говне люди жизни. Я не хочу, чтобы сейчас говни. Сейчас сидеть будет, понял, да? Посмотрим. Почему сейчас ты понимаешь, что ты вот на камеру угрозу кидаешь? Не-не-не, вы меня неправильно понимаете, брат. Подожди, я не ты это хотел только что сказал, то, не, что не, я брат. Накажу вас. Не, не вас именно. Кто это начал делать, туда не поставить. Ты сотруднику накажешь или кого? Или барыг накажешь? Не, не барыг. Кто это сделал нам? Вот это меф куда, кто туда поставил, поставил ну, а нам. Барыг, а мы не ехали меф забрать. А кто идее. Кроме барыг ехал туда? А, ну, барыг связаны менты. Ментям плоти там такая хуйня. Я тебе не разбираюсь. Необоснованные вещи, ты сейчас о чем говоришь? Не, я не разбираюсь. А просто как не я слышал. Не, подожди, как... стой, Марс. Ты хочешь сказать то, что не, это менты сваж. Связаны? Да, конечно, брат. Менты или сотрудники полиции? Я не разбираюсь в этом, брат. Что не разбираешься, сотрудники менты, полиции или менты? Не, я это не разбираюсь, не учился я. Да. Ты гиена, брат. Сказал, да? Не. Ты гиена, брат. О, какой он гиена, бля, буду. Ты гиена. А, где не меня? Эй! Я хап! Ты вот знаешь, до сих пор что прикалывают. Ты хочешь сказать, то, что ты туда за закладкой с таксистом приехал, да? Нет. Как нет? Я не ехал. Швакнул его, да? Нет, 100%. Подожди, мы же видели всё. У него вообще другая, другая игра. На него как снимает. Какая игра? Ты что, ролевые игры любишь? Нет, другая игра. А может, там вообще... Может, наручники оставите для ролевых игр? Нет, выхода. Нет. Дай телефон, ты на все нормально да. будет, братья, не переживай. Все хорошее, я сумму тоже ему закинули. И я попросил его, чтобы Расул пока объяснительную написал и его отпустили. А перик? Сейчас мы наркологии посмотрим, что он, и уже дальше решать будем. Мне никто не позвонил, я вообще не знаю, сколько ты номера звонишь мне. Сейчас тебе наберут. Эй, вот они набирать, оставь, да. Ахмед! Эй, убери. Потом все. А здесь что вообще? Сейчас допрос будем устраивать. Чем туда-сюда кататься, возить вас. А люди есть здесь? Вот мы же люди. Не, я... Конечно, люди. Я не говорю, что вы не люди. А что ты хочешь? Зачем вообще еще люди? Другие люди есть? Нету никого. Никого нету? Зачем тебе другие люди? Это мешать будет следствию. Так, выходим. У меня болеет. Не, не трогай. Эй, Умарыч, оставь да его. Не трогай там, не. Разговаривал. Давай, Далин, мы на улице, давай, зашли. Ты капуста, убери эту руку, не трогай. Заходи сюда, я тебе сказал. Эту руку не трогай. Не, у него больная рука. Убери руку, я говорю. Заходи сюда, я тебе сказал. Убери руку. У вас же тоже все запись, все есть. Есть, все есть. Вы можете это потом... Да, что за хата? Обязательно. Кофе сделаешь? Что тебе сделать? Кофе. Он обещал мне кофе делать. Я тебе сейчас, Паша, кофе сделай. Кому кофе сделать? Тихо. Он тебе обещал мне. Кто? А что ты не говоришь? Сюда, послушай, Дилей. Я ему обещал кофе. Я ему сделал, я обещал сделать. Садитесь вот сюда. Зачем убегали, честно? Ну я не хотел с вами пообщаться. Как не хотел? Сюда идите, оба. Оба сюда идите. Не, вышки листок, мне не надо. Сюда идите. Убери руку, говорю. Сюда иди. Убери руку, говорю. Ты что трогаешь меня? Тамара в своих уши поблюкнулась по причине, что Лима черна без звука. Мусор глядишь, играет роль на 1010. Где осень? Я не буду писать. Тихо. Спасибо за брат. Сюда, послушай, Дали, давай это по-братски и разокончили вот это все. Я писать не буду. Короче. Я ничего не пишу пока. Сейчас. Мои не придут, я не буду. Подожди, мои твои нету. Не, я пишу. Я же нормально объяснил тебе. Не, я не буду писать ничего. Короче, вот тебе ручка. Блять, мне теперь пиздец как интересно. Бля, тут же кустик. Не зря на кусты внимание обращаешь. Охуеть, реально. Если вы хотите нормально, чтобы к вам относились, не, я писать чтобы не все. Буду почему? Писать. Я тебе знаешь, что я буду написать? Не буду писать. Напиши чисто сердечно, напиши свою версию. Я вообще не знаю ничего. Какой мне
что, прикалываться пришли, что ли? Я не буду ничего писать. Мы уже сколько на них потратили, скажи, да? Не, я писал ничего. Подожди, при тебе нашли. Где? Вон это там. Фантастика какая-то, я вообще не понимаю. Ты, по-моему, уже дорожку почувствуешь. Не, я не писал. Давай пиши. Давай, да, я писать не буду ничего. Хоть убьет, я не буду. Что я должен писать? Я вообще не приделал на тот битва. Что, не прикалываться пришли, что ли? Ты зачем тут это все рассказываешь? Не, я не рассказываю. Вот закрой за свой. Ты туда ты. Я вообще не перетрахну. Рот закрой. Ахмед! Сейчас я позвоню к Ахмед. Кто такой Ахмед? Сейчас он. Он поставил докладку, да? Ну, блять, я же обосрался. Подожди, Заур кто такой? Заур кто тебе? Заур, ты что, Заур решала, что ли? Не, мы YouTube канал снимали. А это меф я вообще не понимаю. Ахмед! Рот закройся! Рот закрой! Что делает? Кто как поехал? Писать, кого ты чё, бля, ты на меня наезжаешь, бля. Ты кому сказал? Да. А? Эй, Расул. Не пугай. Эй, сюда, послушай. Иди-то отсюда вообще. Куда идти? Ау, бля. А? Вот тебе отморозок, бля. Эй, я тебя тронул, ты дурной, что ли? Ай, бля. Не делай так, боже, не делай так. Магомед Ильич позвонил до тебя, поговорил до тебя. Я ему говорю, просто объяснительно напиши, говорю, так Сёмке Ильич, чтобы он понял. Он говорит, я не буду до тебя писать, матом ругается. Нормально объясни ему, чтобы его до тебя вырубать не пришлось. Я его до тебя завяжу, говори, на громкой связи вы. Алло. Ты слышишь меня? А, да. Мне сказали, объяснительно напиши вот сейчас. Чё надо писать, я не понимаю. Я тебе объясняю. Имя, фамилия пишешь, понял? Скажи, послушай, стой. Скажи. Я тебе объясню, подожди, я тебе говорю. Алло. Сегодняшнее число. Меня. Ахмед, это ты? Я. Имя, фамилию пишешь, сегодняшнее число, где ты, чё ты? Понял. Как всё произошло? С какой целью приехал, для чего подобрал? Я не могу так писать, я говорить могу. Бля, я не понимаю, почему Равшан разучился писать и за что его поймали? Тебя не решают, сам решай, давай. А как я могу, если я не умею? Короче, не, хочешь, я напишу. Давай, вот, смотри тогда. Сюда понимает. Послушай, вот ты напишешь. Подпись умеешь, что ли, ставить? Сюда послушай. Подпись умеешь ставить? Подпись не особо. Все, я, как будешь поставить? Я не учился. Сюда послушай. Сейчас ты напишешь. Я буду снимать. Он не вмешивается. Рачки покажи мне свои. Подожди далее. Так нагло не вести себя, брат. Рачки покажи. Ты нормально вести себя. Я знаю, как тебя вести. Уберите надо. Понял, да? Не понял. Рачки покажи. Нагло, ты нормально общаться. Сначала за него. Вот, за себя пиши. Он будет говорить. Фамилия, имя, отчество. Алясхава Руслан Алясхавович. Дата рождения. 85 год рождения, 24. На камеру смотри, на его зрачки обратите, обсаживайте. Убери, убери, место жительства. Живешь где, да? Да. Село Купе. Как? За что вас задержали? Мы YouTube канал снимали, через эту бумагу шли, пакет, подарок как бы мне. И там нашли вы другой пакет. Вы нашли, не я. А вас сейчас скажу. А рядом другой пакет был. Подожди, сюда послушай. Расул, продолжайте. Другой пакет был. Ехали, короче, пакет взять, подарок. И вы сами нашли пакет, и мы даже нашли свой пакет. Как вы сами нашли? Нет. Кто ты, сам нашел? Ты же нашел, а? Ты же нашел. Как ты это ты знаешь? Ты же отсюда достал пакет. Эй, ты же там искал? Я не искал ее. Покажи. Он достал, как он взгрелся, бля, будет. Какой искал? Другой пакет, а? Вы же видели. Нашел, другой пакет. Вот, ты же видел. Ты же искал? Я искал, да? Нет, тот пакет. А что ты говоришь? Нет. Ты же видел? Здорово, Вардадан, придурочный, как козел накачанный. А мы же тоже искали, нашли же тоже пакет. Вот, понятно. Вот это с бумагой мы искали пакет, я сейчас покажу. А цепи тоже, ну? У меня так болит будет эта рука. Нечего делать. Слава, сделай это. Сделаю. Такой ты наглец, брат. Сказал, да? Не, не сказал, пошути. А? Пошути. Еще раз. Все нормально будет, брат. Зачем вы оказываете сопротивление сотрудникам полиции? Я сам не понимаю, если честно. Зачем ты начал сопротивляться? Это поставило. Подожди, то, что ты сопротивляешься, дергаешься, замахиваешься, оскорбляешь вот это все. Я вас не оскорбляю. Эй, сядьте, вы куда ушли? Чё, может, кайфанём, когда видим? Чёлки тоже найдём место. Не, хоть один день свободы покайфуем. Покайфуем, лет через 10-12. Давай, вытащи всё вот на камеру, всё вытащи. Данные вещества нашли у этого человека. Хочешь покурить, да? Хочешь покурить? Да? Вот так будешь курить. Каждый день будешь курить.
Подожди. Заура зачем звали вы? Заур тоже употреблял с вами? Он никогда в жизни не употреблял. Ты давно получил этот шелик? Проверим его? Ну, все равно мы слышим. Давай не здесь, видео же записывается. Ты курить бросаешь? В данный момент нет. Почему? Нет, давай, ты бросишь, мы это делаем. Наша цель Российской Федерации, чтобы вот так люди бросали курить. Нет, я даже и так хочу бросить. Как мужчина обещаешь? День. Содаешь? Бля, мне пиздец жалко его убрать стало резко, не знаю почему. Максимум неделю. Бля, буду. Все. Да, вот сейчас одну тоже покурим, даже. Не будет. Если ты сейчас сам скажешь, уважаемые сотрудники, вы меня поймали с поличным. Слушай сюда, не перебивай меня. Говори, не перебивай меня, дай мне сказать полностью. Говори. Смотри сюда. Как который грозит от 12. Если ты говоришь, что ты нашел, мы тебе ставим по первой части. Нет. Я как есть скажу. Хорошо, а ты хочешь сказать, что ты туда его закинули? А? Хочешь сказать, сотрудники полиции подставили тебя? Я не знаю ничего, кто поставил, что. Мне самому это интересно. Подобрали что-нибудь, пока убегали? Вы же сами видели, сами подобрали. Что, помогали вам граждане, да, убежать? Ох, Оля! А чё, ну а чё, брат, Ань, ну а что вот, хорошо, что вот? Он улыбается. Ему смешно. Откуда, чем садились? Домой хотел. Домой хотел? Смешно, да, тебе, Расул? По воде не хотел пойти, да? Воде? Да. Чё такое бьюинг? Все, друзья, мы сейчас поднимаемся к Расулу. И расскажем ему то, что это был розыгрыш. Ассаламу алейкум, шадарю. Мне самому интересно, это чей игра здесь идет? Тысяча извинений, командир. Ассаламу алейкум. Расул, как дела? Нормально. Ты садись. Это что такое? Это что такое? Так, пришло время рассказать тебе обо всем. Это не сотрудники. Я тебя разыграл. А что ты сотрудники? Ты что, дёргали что ли? Я разыграл тебя. Да? Да. Да. Ой, блин, не поверил, честно сказать. Серьезно это было? Конечно, это розыгрыш. Ты меня обе портил. Купим тебе. Это наши ребята, они красавчики. Пожмите руки. А где другой сотрудник? Это тоже наш человек. Ой, другой сотрудник где, который? Это кто тебя одел? Кто одел? Все нормально. Расул. Ты знал эту тихо, тихо. Да, он знал. Он тебя как поставил? Что скажешь, Расул? Садись сюда. Он знаете, сказал? Да. Другому сотруднику, короче, здесь я был, он говорит, я через неделю брошу. Да. Куда? Да, он руку дал, сказал, что да. Ахмеду говорит, я через неделю брошу ноги. Все. То же самое говорит. Оставьте, пожалуйста, на свои. Расул, скажи мне честно, ты догадался в процессе или нет? Типа это шутка? Да. Вообще не отвечаю. Что так серьезно сделал, да, туда вы опасные. Не матерись, не матерись. Мне сказали, что ты пообещал бросить курить через неделю. Да. Сейчас 26 января. Смотри, ровно 7 дней. Ровно через 7 дней ты бросаешь курить, да? Да. Все, мы с тобой договорились. Все, молодец. И также я бы хотел после всего такого... Как бы я немного... на него злой, да. Убежали, потом вижу, идем маршрутку, Он маршрутку сел. Я их вижу, думаю, дальше убежать, и потом его как оставлю. Я же снял от него наушник, да. Не по сценарию пошло. По моему сценарию? Это пранк, бро, it's prank, бро. Гусейн Гасан. Гасан Гусейна почти знает. Все должно было быть иначе, немного по-другому. Их должны были ловить не в маршрутке, как это получилось, но зато сейчас вы видите все эти старания. Максима, здорово. Напугал его наркологическим центром. Я это кричу, да, я тебя объясню. Да, смотри, Расул, за всю вот эту ситуацию я хочу тебя как бы поблагодарить и немного тебя еще порадовать. Я знаю, что тебя радуют деньги. Половина моих там сразу деньги. Все. На, это тебе. Держи. От меня за причиненный моральный, так скажем, ущерб. Вот такие вот дела. 100 тысяч. Ты доволен? Я-то доволен, но это... Фантастика, не ходит свой ждать. Все, я самое главное... Я сейчас еще думал,
Как решить там, там, кто придет? Столько подставы, да? Да, 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 непонятно. Он еще за уры звонит, я говорю, за уры не звони, я сам решу, говорю. Все, внимательно, ничего, без ваты, все, ваты. Он что, сотрудника дал? Все. Так, Расул хочет посчитать деньги. Там 70 тысяч. 5-70. Ты доволен? Натурист. Это стоило того? Вообще, я думал, знаешь, как бы. Они послушали, услышали там, специально поставили, они знали, куда мы, типа здесь, типа так. А ты думал, это они через прослушку? Да, да, вот так узнали. Отвечай, как. 45-70. Я думаю, что за полицейский непонятный этаж, где нельзя вести. Непонятный еще здесь. Это форма купленный был, да? Да, да, я купил это. Я забыл их не эти погоды. Они показывали еще, по-моему, что-то, да? Они мне показали, ему но показали. Там ничего не было, это был студенческий билет. Ладно, друзья, вам всем спасибо за просмотр. Обязательно подпишитесь на мой инстаграм. Также следом подписываемся на мой ютуб канал. Делаешь, брат.